В марте 1911 года родился еще один великий человек, которого мы будем изучать. Он был известен тысячам людей в Америке как муж Божьей веры и силы. Он выступал по национальному телевидению и радио. Его звали Эй Аллен. На фотографиях за моей спиной вы видите его во время той из многолюдных кампаний, на которых он проповедовал, затем вызывал людей вперед, чтобы они получили освобождение от никотина. И возле его ног вы видите пачки сигарет, выброшенные на сцену, которую он давил ногами, когда молился за людей, также просил, чтобы они делали то же самое. Аллен был одним из самых ярких личностей на заре, движения «Голос исцеления» и на заре харизматического движения. А также его называли самым преследуемым проповедником. Он сам себя считал таковым, и я целиком с этим согласен. Он был самым преследуемым проповедником своего времени. Так было по причине большой силы, которую он носил в себе. Он воистину был человеком, творящим чудеса. На мой взгляд, нам надо было лучше начать с эпизода из его жизни. Одну минуту. Перед тем, как вы сядете на свои места, пусть каждый проповедник на сцене и все, кто в зале, пожмите кому-нибудь руку и скажите: «Дьявол лжец!» «Дьявол лжец!» «Дьяволу не нравится, что происходит сегодня. Вы верите, что он лжец? Вы верите в это?» «Аминь!» «Дьявол лжец!» «Аминь!» Восплещите руками и хвалите Господа. Славьте Его за Его любовь, Его милость, Его силу. Я сниму свой пиджак. Вы не против? Он слишком тесный. Присаживайтесь на места. О, слава Господу! Слава Господу! Пусть самый счастливый человек воскликнет «Аминь». Здесь столько счастливых людей. И, наверное, те, кто будут смотреть эту передачу, повторят этот шум. В моей Библии сказано: «Воскликни Богу глазом радости». Аминь. Тем, кто не верит в этот шум, я напомню слова Давида: «Воскликните Богу победным глазом». Вы не мертвые, наконец. Кто-то скажет: «Я не понимаю, но вы же в церкви. Почему же вы хлопаете в ладоши?» Да потому что в моей Библии сказано: «Восплещите руками все народы». Аминь. Бог говорит, что человек, имеющий мудрость, знает время всему. Он говорит, что есть время танцевать. Как, неужели прямо в церкви? Кто-то сказал мне 40 лет назад, что в старомодной методистской церкви моя бабушка с дедушкой танцевали в проходах. Бабушка танцевала, пока не сбивала каблуков. Аминь. Приведите его поближе сюда. Я хочу, чтобы этот человек слышал, что я буду сегодня петь. Приведите его поближе, чтобы он мог слышать, что я говорю. Сегодня этот человек освободится от своей глухоты. Скажите «Аминь». Как я уже говорил, ваше исповедание может совершить чудо. Этот человек освободится от болезни через 5 минут. Сейчас посмотрим. Вы слышите, как эти люди аплодируют? Возможно ли такое в церкви? Да, потому что они счастливы. Они получили свободу. Они больше не в рабстве греха. Мы больше не находимся в плену. Бог принял нас в свою семью. Он утер наши слезы. Он даровал нам свободу своей великой силой. И все, кто согласен со мной, скажите «Аминь». Я хочу прочесть один стих из Писания. Вы слушаете меня? Я читаю 4 главы Евангелия от Луки. «Дух Господа Бога на мне, ибо Он послал меня проповедовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем,
выпустить пленников на свободу, вернуть зрение слепым, освободить измученных. В 61 главе книги Исаия сказано: проповедовать узникам открытие темницы. Вот почему мы кричим, вот почему мы радуемся. Мы рукоплещем и восклицаем от радости Господу. Почему? Да потому что во всей Библии мы имеем 34 тысячи обетований. 34 тысячи обетований. И если вы верите в каждое из них, оно становится вашим. Перед вам открывается огромная дверь. Миллионы людей по всей стране, по всему миру скованы, убиваемы и заключаемы в тюрьмах сатаны. Это могут быть тюрьмы греха, и в одной из них находится этот человек. Он как бы находился в темнице в ожидании смерти, зная, что это случится в любой момент. И я бы предпочел быть в тюрьме лучше, чем быть прикованным к инвалидному креслу. Вы слышите меня? Я бы предпочел находиться в тюрьме, чем быть прикованным к этому месту. Вы слышите там? Иисус пришел, чтобы освободить пленников. И Он пришел, чтобы открыть дверь для вас и поставить вас на ноги. Вы слышите меня? Этим вечером вы встанете со своего места. Скажите аминь. Сегодня настало время для выхода из плена. Иисус пришел, чтобы освободить пленников, чтобы открыть двери измученным. Вы были связаны одной или двумя болезнями, но всем связанным грехом и болезнями. Иисус сказал, вися на Голгофском кресте, Он сказал, совершилось. Христос совершил исцеление для вашего тела и для вашей души. Он обновил ваш дух и вложил в сердце новое желание. Всем, кто здесь есть, послушайте меня. Какова бы ни была ваша болезнь, немощь, и все равно, что вы находитесь в тюрьме. И вы в этом случае вы не принадлежите себе. Там над вами стоит хозяин с плеткой. Он стоит над вами с плеткой. Вы были в рабстве, в плену, но сегодня, по благодати Божией, мы открываем дверь и выпускаем вас на свободу. Иисус проложил для вас этот путь. Не сомневайтесь в этом. Разве вы не верите в это? Кто верит, что Иисус открыл путь для каждого, находящегося в рабстве? Слушайте, что сказано нам. Следующие знамения будут сопровождать тех, кто верует. Они возложат руки на больных, и те выздоровеют. Это значит, что Иисус открывает двери спасения умирающим, больным и немощным. И я не целитель, но сегодня у меня есть власть стать перед дьяволом и сказать: «Дьявол, твоей власти пришел конец. Ты держал этого мужчину и эту женщину в тюрьме». Послушайте, это может быть рабство привычек, никотин, алкоголь, наркотики, похоти. И потому Слово Божие говорит, что вы были в рабстве, в тюрьме. Так продолжаться не может. Вы не можете оставаться в таком состоянии. Это происходит потому, что вы находились в кандалах. Но сегодня у меня есть сила, чтобы освободить вас. Аминь. Если вы находились в рабстве греха, Иисус открывает дверь для вас сегодня. Скажите, вы верите в это? Вы верите в это? Почему? Потому что сегодня небесная сила приходит на землю. Потому что Иисус пришел совершить волю своего небесного Отца в нашей жизни. Спасибо Иисусу. Его обетование принадлежит не только нескольким апостолам, но и каждому из нас. Все, что Он дал, распространяется на всех людей, и это включает нас с вами. И скажите аминь. Иисус сказал: «Я даю вам власть, власть над всеми силами дьявола, и также власть наступать на змей и скорпионов». Другими словами, мы имеем власть наступать на дьявола, и этой властью я освобождаю этих мужчин и женщин из плена, в котором они находятся. Отец, во имя Иисуса,
открой дверь и выпусти их. Знаете, что дьяволу придется делать? Иисус сказал, все, что вы свяжете на земле, будет связано на небе. Так не сделаете ли вы с дьяволом то, что нам говорится сделать? Я-то сделаю непременно. Когда я приказываю дьяволу, Бог говорит, дьявол, это мой сын. Я дал ему свою власть и поручение. Божественную власть и поручение. Я приказываю тебе своей силой и властью. Отпусти этого человека. И что происходит? Я приказываю дьяволу, и он слышит, что говорит Бог. Отпусти его из его цепей. И дьявол бежит в страхе. Происходит то, что дьявол бежит в страхе. Дьявол бежит в страхе. Дьявол отпускает человека, освобождает его цепей. Приведите ко мне этого человека. Будь готов. Потому что Бог готов исцелить тебя. Рак желудка. И все, что он ест, причиняет ему боль. Так говорит врач. Даже вода, сок и все остальное. И врач говорит, что теперь ему остается умереть с голоду. Да, он не может этого сделать, ему остается умирать с голоду. Он слишком слаб, чтобы выдержать операцию, поэтому он умирает от голода. Итак, уже 6 месяцев он все умирает от голода. Врач сказал, что он умрет от голода. Он не может ему помочь. А вы верите, что мой Иисус хочет голодной смерти этого человека? Или что есть его воля на то, чтобы он умер с голода? О мой Господь, Твое Слово приносит жизнь. И если Ты дал Слово Свое, чтобы мы могли жить духовно, то Бог дает нам хлеб для жизни физической. Брат, сегодня я буду молиться за тебя. Иисус тебя исцелит. Ты веришь в это? Да, я верю. Ты веришь, что Иисус исцелит тебя? Да. Вы привезли этого человека издалека, не так ли? Да, из Калифорнии, через Сан-Франциско. Скажите, сколько миль это отсюда? О, это около 350-400 километров отсюда. Вы привезли его туфли? Вы привезли его туфли, вы привезли их с собой, да? Вы верите, что он отсюда уйдет своими ногами? Да, и поэтому он захватил сюда и свой костюм. Он просил привезти костюм, потому что он собирается выйти отсюда здоровым и пойти домой. Он одет в костюм. Принесите его лучший костюм, оденьте его в костюм. Я хочу видеть, как он смотрится в нем. Все нормально. Ты будешь исцелен. Вы верите, что Бог исцелит его? Принесите ему еду. Аминь. Вы верите в это? Это всего лишь курица, но здесь достаточно для заявления веры в исцеление. Бутерброд с курицей и салатом. Не бойся кушать, скоро ты забудешь свои страхи. Кто верит, что он сможет это съесть? Он приехал с юга Калифорнии, а дьявол лжец. Принесите ему воды, и пусть запьет. Все будет в порядке. Благословите Господа. Скажите все, дьявол лжец. Сегодня мы увидим это. Так, вот у нас обед этого человека. В течение 6 недель он не мог ничего есть из-за рака желудка.
Пища не переваривалась и причиняла боль ему. Сделайте это еще раз, что я вас просил. Мы молимся за этого человека, чтобы он смог встать, чтобы на него надели костюм, он мог ходить, чтобы он мог глотать пищу. Скажите кому-нибудь, что вы верите в это. Вы верите в это? Верите, что Бог со мной? Поверьте мне, Бог может исцелить и вас. Бог освободит вас. Бог исцелит вас, если вы будете верить Ему. Аминь. Тихо. Сегодня твое время. Вы так рады. Это ваш час. Заберите его постель. О Боже! Пусть Дух Твой и сила сойдут на этого человека. На эти бедные ноги. О Господь, Бог мой, во имя Иисуса, я проклинаю этот грязный рак. Я проклинаю этот рак. Во имя Иисуса я приказываю этому раку умереть. Я приказываю этому раку умереть. Прочь из этого желудка. Дьявол, не препятствуй этому человеку есть. Ты не заморишь его голодом. Я провозглашаю жизнь в этом человеке. Рак, во имя Иисуса, не препятствуй этим ногам ходить. Пусть это тело снова получит себе опору. Пусть этот желудок снова наполняется пищей. Укрепи этого человека. Пусть сила Божья течет через него. Сделай его мужем Божьим во имя Иисуса. Аминь. Брат, во имя Иисуса, я повелеваю тебе встать. Иди сюда. Скажите аминь. Садись сюда, брат. Садитесь на места. Я даю тебе возможность молиться и попросить благословения на этот обед. Господь Иисус, я благословляю тебя за эту пищу. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Now then, here's the dinner. Итак, вот твой обед. Я приказываю этой пище пойти в желудок. Я приказываю ей пойти в желудок. Я приказываю пойти в желудок. There's half of it. Maybe you better stop and rest a little bit. Я думаю, ему стало значительно лучше. Он делает это. Делает это.
Очень медленно, но делает. Он может все это глотать. Скажите все аминь. Что? Что происходит? Скажи, что произошло. Все хорошо, я выпил молоко. Вот и все, что я могу сказать. Попробую еще вот это. Это бутерброд. Вкусное было молоко? Замечательно на вкус? Да, это так. Я никогда не испытывал такого волнения. Вы верите, что это произойдет с ним? Кто верит, что Господь... Что Господь совершит это? А как чай? Очень вкусный. О, да мы скоро встанем в церковь гурманов. Сейчас, еще одну секундочку. Скажите, что вы чувствуете? О, я не ел такой вкуснятины уже 6 месяцев. 6 долгих месяцев. Когда я вернусь, я расскажу об этом всем своим друзьям. Несомненно, что Аллен знал, как укрепить веру людей в исцеление. Если бы вы увидели, как человек на сцене встает с носилок, вы бы закричали от восторга. Мы знаем всю историю этого человека, мы знаем о его происхождении во всех деталях, о том, что он имел чудесную исцеляющую силу, которая вызывала удивление у людей по всей Америке. Я уже сказал, что он родился в марте 1611 года в штате Арканзас. У него было 6 братьев и сестер, его прадед был служителем методистской церкви, я думаю, что он также проповедовал в пресвитерианских церквях, если мои данные о нем говорят правду. Семью Аллена нельзя было назвать христианской. Его родители часто любили выпить. Будучи ребенком, родители поили его пивом и коньяком, чтобы уложить спать, и чтобы он их просто не беспокоил. В возрасте 5 лет, благодаря родителям, у маленького Аллена выработала зависимость от алкоголя. Он рассказывал, когда мне было 5 лет, мне нравилось пить коньяк, пиво, а в 6 лет он уже курил вместе со своими родителями. Поэтому можно сказать, что в ранние годы весь ад восстал против жизни Аллена. Он родился в семье алкоголиков, которые понятия не имели о Боге. Его прадед был методистским пресвитерианским служителем, но сам Аллен вырос с бутылкой пива в руках. В возрасте 6 лет он превратился в выпивке. В возрасте 23 лет он со своей матерью держал субботний танцевальный клуб, как называлось их магазин. Там они продавали пунш и пиво, и выпивали сами. Но 23 годам он также начал больше узнавать о Господе. Он также получил спасение в тот же год. Как-то нам проповедовала женщина-евангелистка в той местности, и Аллен пришел на ее собрание и сел в глубине зала. Она резко прервала свою проповедь сразу после призыва к покаянию, потому что Аллен поднял свою руку и, сомневаясь в том, что он хотел покаяться, сказала: «Я знаю тебя, ты хозяин пивной, не смей играть со мной в игры. Ты серьезно хочешь покаяться?» Он сказал, что серьезно хочет этого. Он пошел по проходу туда, где находилась евангелистка, и там Аллен отдал свою жизнь Богу. Все старое в его жизни прошло и стало новым. В 1934 году Аллен находился в Денвере, штат Колорадо. Он выходил из магазина на улицу, где стояла машина, когда он увидел на полу журнал, издаваемый служением Эми Макферсон. Он поднял его, оглянулся вокруг и стал спрашивать людей, кто потерял журнал. Он хотел вернуть его, там стояла молодая женщина. Она сказала: «Он выпал у меня, когда я проходила мимо магазина. Спасибо, что вы его нашли. Вы христианин?» У них завязалась беседа, и через 2 года эти двое поженились. Эта женщина стала его женой. И все это благодаря журналу Эми Макферсон, попавшемуся ему на пути, когда он шел к своей машине, который ветром выбросило из машины.
Образцом поведения для Алана были Чарльз Стэнли и Дуайт Муди. Ему нравились их проповеди. Первая проповедь, которую он проповедовал, он взял у Муди и Чарльза Финея. Первым фактом, который мы знаем о нем, было спасение 30 человек в течение 2 недель во время его проповеди в Арканзасе. В 1936 году он становится рукоположенным служителем деноминации Ассамблеи Божьей. Он женился в сентябре 1936 года. У них родилось 3 мальчика и 1 девочка. В начале 30-х годов, во время Великой депрессии, он служил пастором в своей церкви в Колорадо. В 40-е годы он начинает путешествовать как евангелист, но он не часто ездил за своей женой и детей, потому что у них не было большого достатка и денег не хватало на семью. И так он решает вернуться, чтобы снова служить пастором. В то же время Орел Робертс приобрел большую евангелизационную палатку, его служение было в самом расцвете. Возможно, он был самым известным исцеляющим евангелистом в Америке. И в это самое время члены церкви Алана ездили смотреть на Орла Робертса. В это время у Алана была церковь в Техасе. И члены этой церкви ездили в Даллас посмотреть на Орла Робертса. Там сам Алан поехал и увидел Орла Робертса в окружении огромной толпы людей, когда он говорил, произносил одну из самых великолепных проповедей, а потом молился за людей в очереди в своей евангелизационной палатке. Алан сидел и наблюдал за происходящим, а потом сказал: «Если Орел Робертс может это, тогда могу и я». Он вернулся назад к своей церкви и рассказал жене об увиденном. Она загорелась интересом. Затем Алан обратился к совету церкви со словами: «Мы купим палатку и будем делать то же самое». Он рассчитывал, что люди с радостью воспримут его, но вместо этого он встретил сопротивление. Поэтому у него возникло желание оставить их и начать служение евангелиста. В итоге, после долгих разговоров, споров и непонимания, Алан решает, что пришло время ему идти своей дорогой. Он покупает палатку, начинает ездить, проповедовать и молиться за больных. Когда же он начал молиться за больных, он почувствовал, что должен получить силу. Он услышал Божий призыв, но ему еще не доставало силы, которая была нужна людям, искавшим исцеление. Он решает начать поститься и молиться. Он буквально запечатался в чулане, закрыл дверь на замок, сказав: «Не беспокойте меня, я должен найти путь для служения чудес». В то время, когда он молился, закрыв чулане, Бог показал ему 13 вещей, которые были требованиями к нему, чтобы иметь помазание для совершения чудес. Я расскажу вам о некоторых из них, о которых Бог рассказал ему. Это была цена, которую он должен был заплатить, чтобы иметь помазание. Некоторые из этих вещей, которые вы услышите, не были глубокими откровениями, но были простыми истинами, знания которых позволяют Богу действовать через вас. Первое, что он рассказывал, это то, что он не может совершать более великих чудес, чем сам Иисус. Второе, что он может ходить по земле, как Иисус, в силе Святого Духа. И он во имя Иисуса мог ходить в своем служении чудес на земле. Третье, он должен был жить непорочной жизнью, как Иисус при жизни на земле. Это жизнь, в которой не было места обвинениям, и в которой люди не могли найти против него ничего. Четвертое, что Бог сказал ему, это что он должен судить о себе по стандартам самого Иисуса. Он не может использовать других людей или организацию в качестве мерила для себя. Он говорил: «Иисус – мое мерило, и только с Ним одним я буду сравнивать себя». Пятое, он должен был отречься от угождения плоти и моде. Алан следовал этому во всем своем служении. Шестое, что Бог сказал ему, это то, что самоотверженность должна быть частью его жизни. Если у него не было самоотверженности в сердце, он не мог бы совершать служение чудес, не мог бы находиться на служении чудес. Номер 7. Без Бога он не мог делать ничего, поэтому он во всем полагался на Господа. Служение, которое мы будем изучать вслед за этим, это служение Катрин Кульман. Нечто, о чем она постоянно говорила и выражала, это даже более понятно, чем Алан, это ее зависимость от Духа Святого. Перед тем, как начаться чудесам, мисс Кульман ходила зад и вперед по аудитории и по сцене, умоляя Господа: «Не оставляй меня, ты нужен мне, пожалуйста, не оставляй меня, у меня нет ничего, чтобы дать этим людям, пожалуйста, используй меня сегодня». Алан говорил о том же самом, только со своей точки зрения, что он должен полагаться на Бога и не может ничего без Него. Также он должен был избавиться от грехов своей плоти, о которых ему было известно. Все порочные вещи, имеющие отношение к его плоти, должны были уйти. Он должен был полностью посвятить свое тело Господу. 13-я вещь, по его словам, относилась лично к нему, и он никогда не делился этим с другими. Поэтому нам неизвестно и о 14-й вещи, но мы знаем первые 12. А 13-я вещь, но мы знаем первые 12. И Бог открыл ему во время поста и молитвы.
все эти 13 вещей. Закончив поститься и молиться, он вышел из чулана, имея откровение в своем разуме, и сказал: «Я готов идти». Я приготовил свое сердце, взял свою Библию, организовал свое служение и жизнь, и сказал: «Мы начинаем». Он стал известен как самый преследуемый проповедник своего времени. Я согласен, что он был гонимым, исцеляющим проповедником из всех изучаемых нами, особенно в период движения «Голос исцеления», которое он захватил в конце и прослужил до конца харизматического движения 70-х годов. Он жил в смысле, что он единственный человек, подвергающийся таким преследованиям. Я думаю, что на почве гонений у него сформировался комплекс. Но позвольте мне сказать пару слов по поводу гонений и чудес. Павел учил Тимофея, что в той же степени, в какой вы имеете силу и помазание, вас будут гнать и преследовать. Он говорил о степени или о мере. То есть, в какой стиле вы ходите, в такой же степени сильны будет ваша оппозиция и сопротивление вам. Бывало, мы говорим: «Господь, я хочу новое помазание, сильное помазание для исцеления». Бог может ответить на ваши молитвы, но в следующий раз, когда приходит сила и помазание, вы будете готовы претерпевать, будете ли вы готовы претерпевать сопротивление, гонение, оппозицию, которую они принесут с собой? Поэтому, куда бы ни шел Аллен, находясь даже на вершине своего служения, служители были против него, деноминации воевали с ним, он не нравился людям из полиции, и даже Ку Клукс Клан был против него, потому что на собраниях он не проводил расовой сегрегации. Еще до начала движения за права человека Аллен говорил: «Мы будем проповедовать Евангелие, молиться за больных, и Бог исцелит их, и мы не допустим проявления расизма, потому что для Бога черные и белые равны». Бог умер за каждого из них. Он любит и спасает, и исцеляет каждого человека, независимо от цвета кожи. Служение Аллена транслировалось по телевидению и радио. Можете представить себе, как вы сидите в гостиной на своем диване, внезапно увидите передачу Аллена о чудесах, а потом он проповедует 5-10 минут, а потом поднимает человека с носилок, как вы видели уже это, и вы выскакиваете с кресла и говорите: «Правда это или нет?» Люди приходили к нему, и много рождалась вера, и многие рождались свыше, и благодаря его проповедям и передачам. Однако у Аллена были некоторые трудности в жизни. Он был арестован осенью 1955 года в Теннесси, и обвинением было вождение в пьяном виде. Эти новости просочились в прессу, потому что в это время он был очень известен, и люди, не любившие его, были рады любой информации, чтобы сказать: «Я был прав, это плохой человек». Так он был арестован за вождение в пьяном виде. Арак Бишемба был в моей церкви, и мы могли говорить о некоторых случаях из жизни Аллена. Сегодня Арак Бишемба является прекрасным проповедником. Мы любим, уважаем, восхищаемся им. Его учителем и наставником был Аллен. Он рассказывал об этом аресте и гонениях. Гордон Линдси со своей организацией хотели, чтобы Аллен сошел со сцены как проповедник. Ассамблеи Божьи советовали ему перестать проповедовать, пока они сами не разберутся со всем, а потом он может вернуться. Это могла быть неплохая мысль, но в то же самое время Арак Бишемба был помощником Аллена. Во время разговора тот сказал ему: «Я не пил, я не был пьян, просто шеф полиции и пастора Ассамблеи Божьей хотели обесчестить мое имя и остановить мои евангелизационные кампании». Но вместо отмены своих мероприятий он говорил: «Я не виноват, мое имя чисто». Он говорил о наговоре на него со стороны Ассамблеи Божьей. Он рассказывал, что оставил членство и движение в движении «Голос исцеления» и служил сам по себе. В это время Аллен начал пытаться противостоять гонениям тем, что преувеличивал силу чудес, о которых мы говорили. Позвольте сказать в его защиту следующее. Его чудеса были великолепны. У него были чудеса, которые я даже не могу объяснить. Некоторые я нахожу даже забавными, но это проверено. Факт. Женщина, весившая 180 килограмм, согласно имеющимся у нас сведениям, пришла в палатку и сказала: «Помолитесь за меня. В моем теле биологическая проблема, из-за которой я не могу сбросить свой вес. И так я могу умереть». Когда он помолился за нее, она упала на пыльный пол палатки. Прошло некоторое время, и она пришла в чувство. Когда же она встала, оказалось, что более 90 килограмм веса исчезли. Так что ее белое платье просто спало на пол. Это стало известно тысячам людей. Они видели это. Другое великое чудо произошло, когда к Аллену пришел человек с кожей, как у аллигатора. Он помолился, и она свалилась, как чешуя, и кожа стала, как у младенца.
Это только пара чудес, которые происходили с ним. Слепые прозревали, хромые ходили, умирающие от рака поднимались на силах, начинали ходить и выбегали из палатки. Происходили различные вещи. И когда происходят такие чудеса, дьявол начинает вести борьбу и противиться. Когда были выдвинуты первые обвинения, когда Аллен был арестован за вождение в пьяном виде, начали распространяться слухи. И тогда он начал самостоятельно защищаться, часто преувеличивая силу чудес, о которых мы только что говорили. На мой взгляд, если вы совершаете такие чудеса, вам не нужно их преувеличивать, ибо они сами говорят за себя. Потому что когда женщина спрашивает 90 килограмм, это чудо. Когда больной с детства исцеляется, это чудо. Когда человек больной раком встает на человека и начинает ходить полностью исцеленный, врачи говорят, у него был рак, но он исчез, здесь были боли, но они прошли, это чудо. Вы были слепым, но теперь вы видите, вы были глухи, но теперь вы слышите, ваши руки не работали из-за артрита, но теперь они работают, и все эти случаи говорят сами за себя. Вы должны быть осторожны, но не пытайтесь защитить себя перед миром. Пусть ваши чудеса и ваш стиль жизни защищают вас перед вашими критиками. Давным-давно в моем собственном служении был случай, когда Господь проговорил ко мне. Я испытывал сопротивление со стороны некоторых людей, которым не нравилось, что я проповедую и делаю. Они начали донимать меня вопросами о том, как я делаю это. Я объяснял им, писал письма, делал другие вещи, пока Господь не сказал мне: «Иди и приноси больше плода, и он, плод, будет ответом на вопросы критиков». И тем, кто сегодня сомневается, твой плод даст ответ. И когда это случится, вопрос будет снят. I love his miracles. When you get through watching them, you almost want to go start praying with the sick yourself right now. So let's take a few moments here and let's. Теперь давайте посмотрим на небольшой отрывок, где Аллен совершает чудеса и молится за больных. Давайте теперь на несколько мгновений перенесемся в большую евангелизационную палатку и увидим действие Божьей силы. Скажите аминь. Слава Господу. О Господь. О, Господи, это прекрасная работа. Разве это не прекрасная работа? Разве это не здорово? Сегодня Бог совершает чудеса. Славьте и хвалите Его. Господь, Ты нам нужен. Поэтому мы пришли сюда. Поэтому мы здесь. О, Господи, вы сейчас увидите чудо. Вы готовы? Вы готовы к чуду? Вы сможете это делать сами. Это сейчас вы не можете. О, Боже, ради Твоей славы. О, Иисус, только посмотрите на это. Исцели Его немощи. О, Иисус! О, Боже, во имя Иисуса, дай ему исцеление. Дай ему исцеление во имя Иисуса. Вы видите, что происходит? Одна нога немного была короче другой. Она растет, она удлиняется. Вы видите, что происходит? Она растет. Она удлиняется. О, Господь! Продолжай исцелять. Вы видите, что происходит? О, Господи, посмотрите сюда. Посмотрите, посмотрите, посмотрите. Посмотрите. О, Боже, вся слава Тебе сегодня. Ноги были немного короче, сейчас они выровнялись. Но вы видите, что произошло? Все в порядке, все хорошо. Во имя Господа Иисуса. Остановитесь вон там. Jesus,
женщина. Иисус полностью исцеляет вас. Не бойтесь, не бойтесь, вы не упадете. Ну давайте же, давайте. Мир Господень, да пребудет с вами. Поднимите к Нему руки. Он великий Бог. Отец, Ты можешь убрать эти опухоли со спины этого человека. Убери опухоли с его спинного мозга. Дай ему согнуться, когда я возложу руку на его спину. Переверните его, пожалуйста. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Да будут прокляты все опухоли на этом позвоночнике. Да будет проклят рак позвоночника. Во имя Иисуса я приказываю им исчезнуть и умереть. Во имя Иисуса, Бога моего. Боже, убери болезнь из этих членов. Убери боль из этих ног. Во имя Иисуса. Слава Тебе, Господь. Исцели эти члены, коснись их и укрепи. Заставь его бегать, как оленя. Во имя Иисуса, исцели его. Убери этот рак, коснись его силой своей. Во имя Иисуса, Бог исцеляет его. Я вижу это. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Бог показывает мне, что этот человек будет ходить. Бог хочет, чтобы он ходил. Служение чудес, которое вы видели, транслировалось по телевидению и радио, способствовало расширению его славы. Сохранилась информация о том, что ему писали из 90 стран мира. Его журналы расходились тиражом 340 тысяч экземпляров. В нем помещались публикации его служений, и он назывался журнал «Чудо». Его тираж был огромен, но в сердце Аллана нашло желание делать больше. Он хотел создать библейскую школу, где он мог готовить служителей для участия в служении чудес. Он считал, что деноминационная школа дает только интеллектуальное знание, и хотел учить людей, как двигаться в духе. Когда он получил эту идею, начал просить Бога о претворении ее жизни. Ему пришел человек и сказал: «Я предлагаю вам 500 гектаров земли в штате Аризона». Он сказал: «Это все ваше, можете делать все, что пожелаете там». Так Аллан получил ответ на свою просьбу. Он поехал туда и начал строить церковь на 4000 человек, общежитие для студентов. Там проводились ежегодные встречи в лагерях. Их участники ходили по строящимся улицам. В итоге он сам переехал туда. Это огромная площадь, поражающая своими размерами, недалеко от мексиканской границы. Он стал строить водонапорные станции, строить дома, жилые кварталы. Так появился маленький христианский городок, куда приезжали люди со всего мира, чтобы учиться в библейской школе Аллана. Я хочу показать вам маленький эпизод, как рекламу, которую много лет показывали по телевизору, посвященную чудесам Аллана, постройке города, закладке улиц. И видели люди во многих странах, где знали о служении Аллана. Это долина чудес. Позади нас вы видите величественные горы Южной Аризоны. На прекрасной плодородной долине всего лишь несколько лет назад, на этих 10 гектарах, где сегодня раскинулась долина чудес, располагались только пастбища для скота, где водились одни комары и росла трава. Сегодня в долине чудес вы слышите благоухание цветов. Это находится в 30 километрах на запад от Бисби, штат Аризона, и всего лишь в 3 с лишним километрах от мексиканской границы. Это цветущее поселение является живым памятником вере и посвящению евангелиста Аллана. Со многих уголков Соединенных Штатов и других стран мира сотни преданных Богу парней и девушек приезжают, чтобы учиться в этих классах,
совместному поклонению в церкви, принадлежащей колледжу, и готовятся к служению чудес в своих народах и странах. Славная церковь в Долине Чудес объединяет более 2000 человек и является трамплином для многих духовных пробуждений. Теперь мы перенесемся в административное здание и увидим основателя и президента, мужа Божьего, человека веры и силы, евангелиста Аллена. Говоря об Аллене, нельзя не упомянуть о другом великом человеке, ставшем преемником Аллена, которого звали Шенбах. Когда вы смотрели его выступление по телевизору или его проповеди в палатке или в церкви, вы видели человека, умеющего мыслить удивительно логично. Это можно было заметить также и у Аллена. Однажды я спросил Шенбаха, что вам больше всего запомнило в брате Аллене, и чему бы вы хотели у него научиться? Он говорит, больше всего, чему я научился у Аллена, это как служить людям. Потому что очень часто люди на служении оказываются увлеченными делами служения, не забывают вникать нужды людей и молиться за них. Но все, что мы делаем как служителя, это должно служить нуждам людей. Нам стоит отвлечься на несколько мгновений и посмотреть на брата Шенбаха, когда он, молодой человек, вел служение хвалы и поклонения в палатке у Аллена и представлял Аллена самого. Мы приглашаем всех смотрящих эту телепередачу. Мы приглашаем вас в крупнейшую евангелизационную палатку чудес. Тысячи людей поют песню «Он живой». Мы служим не мертвому Христу. Его больше нет на кресте. Его нет в могиле, но сегодня Он живет. Он живет в наших сердцах. Он тоже вчера, сегодня и завтра. Сегодня вы увидите чудеса. Я хочу, чтобы вы пели вместе с тысячами радующихся и поющих людей песню «Он живой». Потому что Он живой. Иисус Христос жив сегодня. Пойте вместе с нами. Он живет. Он живет в наших сердцах. Я безмерно благословлен. Я в объятиях моего Небесного Отца. Благословлен. Иисус исцелил меня. Если вы сегодня обрели свободу, я хочу сказать вам «Аллилуйя!» Бог да благословит вас, можете садиться. А теперь, дамы и господа, для меня огромное удовольствие и честь представить вам человека, которого Бог щедро помазал на сверхъестественное служение чудес.
Это муж Божий, человек веры и силы, евангелист Аллен. В июне 70-го года евангелист Аллен умер. Когда известие о его смерти разнеслись по всей стране, вокруг этого возникли споры. Споры и слухи, сопровождавшие его из Теннесси, где его арестовали якобы за вождение в пьяном виде, заключались в том, что люди говорили, что он был человеком, проповедовавшим Евангелие, молившимся за больных и Бог исцелял их, но он также любил выпить. Я постоянно слышал это и пытался провести расследование по всем этим историям. Я обнаружил еще больше слухов, но мне открылась и истина относительно этой ситуации. У Аллена была проблема с коленями. Ему сделали операцию на левом колене на западном побережье, и его команда находилась на западе штата Вирджиния. Он уехал оттуда на западное побережье, чтобы увидеться с хирургом и обсудить операцию на другом колене. В тот вечер он пришел в свой гостиничный номер и позвонил одному из своих друзей, который ездил с ним. Этот человек встревожился после их разговора. Он понял, что что-то не так. Он сел в свою машину, приехал на место, постучался в дверь, но ему никто не ответил. Он спустился вниз к менеджеру гостиницы и сказал: «Это мой начальник. Вы могли бы пойти и открыть дверь?» Тот человек взял запасной ключ, и когда они вошли, они нашли Аллена за столом, за которым он сидел. Был включен телевизор, и Аллен был мертв. Он умер в своем номере от лекарств, прописанных ему. Эти были сильнодействующие, обезболивающие лекарства, таблетки для сна, помогавшие ему уснуть, несмотря на боли, мучившие его по ночам. Однако он не успел принять все имеющиеся у него таблетки. И это кажется немного странным, то, что он не успел употребить все таблетки. Когда проводилось медицинское обследование тела Аллена и причин его смерти, в крови обнаружился алкоголь. И когда стали исследовать ткани его печени, оказалось, что он находился на ранней стадии развития алкоголизма. Мне кажется, что Аллен использовал алкоголь вместо медикаментов, чтобы заглушить боль, потому что медикаменты притупляли его разум, и он не мог проповедовать. Когда начались проблемы с коленями, он начал выпивать, и это вышло у него из-под контроля. Вот почему о нем распространялись слухи, как об умирающем алкоголике. Я считаю их несправедливыми. Он был великим мужем Божьим. Бог во многом использовал его, спасал через него много душ, возвращал многим здоровье. Мы любим этого человека, принимаем его, и нам нужны люди с такой чудесной силой, какая была у него. Он обладал смелостью, не боялся гонений. Он шел туда, куда Бог призывал его идти. Он испытывал сопротивление. Но я считаю, что Бог почтил жизнь этого человека. И в мире стало больше добра от того, что делал этот человек, что он проповедовал и совершал при своей жизни. А.А. Аллен родился 28 марта 1911 года и умер 11 июня 1970 года.